Здравствуйте, здравствуйте, это канал Максимадзе и очередной спецвыпуск по модам на кадасета. Продолжаем проходить Neighbors from Hell, Neighbors Affairs. Короче говоря, мне немножко подсказали, во-первых, с неудачным утром, что там надо обыскать шкафчик какой-то. Ну-ка еще раз посмотрю. Шкафчик, который находится под зеленой коробкой. Собственно говоря, давайте попробуем пройти. А дальше автор, более того, автор еще сказал, что следующие уровни не сильно будут отличаться от сложного режима. Так что посмотрим. Я не обещаю, что мы весь второй сезон пройдем за этот выпуск, но тем не менее. Что пройдем, то пройдем. Давайте попробуем перепройти этот уровень. Под зеленой коробкой. Вот этот, что ли? Действительно. Давайте-ка попробуем это сделать. И надеюсь, что сейчас уровень хотя бы как-нибудь пройти нам удастся. Да, я проглядел сразу два предмета. Я не нашел. Нижняя книжная полка. Верхняя книжная полка. Выключатель. Теперь нам ванна доступна. Да, я не обыскал этот шкафчик, действительно. Вот поэтому и не прошел уровень. Я за это дико извиняюсь. Теперь мы свою ошибку исправим. Мод действительно хороший, и это реально, ну как хороший, это лучший из модов, который я вообще видел. И он реально стоит того, чтобы его пройти. Свет включен. Таблетки для кошмаров, то есть, чтобы снились кошмары. Понятно. Книга, чтобы научиться драться. Спасибо за вот эту фигню. И сейчас мы ее используем. Так. Таблетки для кошмаров. Пока они там дерутся, короче, займемся нашим делом. На плиточном полу. Вот. Мобильник. Часы пока не используем, потому что он еще на вот эти таблетки не угодил. И на портрет. Ну, здорово, я паджик из вселенной Dota 2, а ты паджик из вселенной «Как достать соседа». Хорошо, хорошо. Хорошо, люблю подобные вставки, когда вот реально что-то в телефон вставляют. Вот, а придумайте еще какой-нибудь прикол, вот реально повставляйте в модах своих. Поглядим. Если это в хорошем, конечно, моде будет. Со старанием сделано. И он с него даже еще и встать не может долгое время. А теперь часы используем. Как бы не опоздать, показывает 2 часа дня. Thank you.
Свет все-таки не выключил. Извините. Ну и последняя пакость с часами. Блин, реально. Спасибо Максу 10, что он мне ответил в комментариях. Лишь из-за того, что я упустил ящик, я просто упустил кучу пакостей. Бывает же такое, а? А, еще, кстати, автор сказал, что полная версия мода обязательно будет, и выйдет она в 2025 или в 2026 году. Проще говоря, не скоро еще. Потому что помимо работы над модом, у автора есть своя личная жизнь, которая для него будет, пожалуй, важнее, чем мод. Но, как и для всех людей. Ну и, впрочем, мод он пообещал не забрасывать ни в коем случае. Ну вот, отлично, прошли уровень. На статуэточку. Сезон прошли. Так, поехали, второй сезон. Не обещаю, что полностью ее пройду, но попробуем. Мастер Фломастер. Февраль у соседа начинается с гениальных, в скобочках нет, планов. Он хочет сделать ремонт спальни и пытается прикрутить лампочку. Сосед бросает это и идет брать из холодильника мороженое зимой. Из пудинга, который Вуди давно... В скобочках нет. Испортил. Пытаясь собрать стул, второй раз все провалом опять. Но один раз Ротвейлер увидел Гарри, стер ему память. Сосед использует Гарри, чтобы угрожать Вуди. Все планы соседа разрушаются, когда Вуди хочет мести. Ну, естественно. А, банановая кожура в каждой комнате будет давать разный рейтинг. С каждой новой серии будут открываться новые комнаты. Что ж, давайте посмотрим. А вот, пожалуйста. Посмотрим на Гарри. Бедный Гарри, он память потерял, поэтому подчиняется соседу, но нам придется начать уровень заново, потому что он не идет сюда. Вон там еще сверху этажи дальше будут. Это реально офигенно. А как взять? А как мусорку? А, здесь взять. Обыскиваем шкафчик. Так, что-то я тут припомню примерно, но не уверен. Я этот мод проходил, но не уверен, что все помню. Ледяная. Нужен платок, чтобы взять. Так, главное теперь, чтобы он не на балкон не пошел. А зима в самом разгаре. Все покрылось льдом и инеем. Ну, слава богу. Четвертый этаж. Да,
Так, что у нас тут? А, еще хлама смотреть можно. Да не хлам, а на пол. Так, шпилька, наверное, для аптечки. Для замка на аптечке. Да. Таблетки. Если эти таблетки стерли вам память, то эти таблетки помогут вам ее восстановить за секунду. Ага, пускай он идет, короче, наверх, а мы тогда займемся этими таблетками. Я забыл еще сходить в подвал, ведь тут тоже есть предметы. Все, он ушел. Не понял, что произошло. Наверное, током ударил или не знаю. А это что? Лист о пытках с клеем. Пудингом что делать? Вот это вот я что-то не выяснил. Вот это что ли? Нет. Может быть, и подсказка какая-нибудь будет? О, подождите. Это брал уже. Вокруг него тает. Что можно разморозить? Можно что-то разморозить. Но что же? А что можно разморозить-то? Я не знаю. Замороженное что есть? Не пудинг же. Стол. Но это все не нужно. Осталась последняя пакость, но я не знаю, куда применить спагетти. И что разморозить можно? Вот это вот я не выяснил. Может, холодильник? Фу ты, холодильник, наверное. Холодильник! Сейчас надо испробовать. Вот как я не подумал, а? Как я не подумал. Он аж синим стал. Как я не подумал. Скорее, в холодильник. Давай, поднимайся быстрее. Во, сейчас будет нам дельце. Теплый холодильник. Ладно, ждем, когда он
пойдет снова на кухню. А вот этого я не видел, кстати. Ну или не, ну или реально не помню. Анимация такая, но это. Ну это реально красиво. Это реально прикольно, мне понравилось. Дорогие друзья, хочу обратить ваше внимание на канал Freakinism Action. Этот канал моих друзей. Я уже делал на него рекламу и говорил, что здесь выходило интервью канала Максимадзе. Большое интервью. Также здесь, если вам интересно, выходило не менее интересное интервью с моим напарником Лёхой из канала «Чё хочу, то ворочу». Тут есть еще всякие видосы. И 4 недели назад тут вышел новый ролик с моим участием. Ролик постановочный, конечно, странный, но тем не менее. Рекомендую, переходите и подписывайтесь. Итак, мы продолжаем. Короче говоря, второй уровень во втором сезоне. Я, кстати говоря, забыл сказать, еще в самом начале видео должен был сказать, что, к сожалению, прохождение игры «Как достать принц Персии Жанны Халиф» не будет, потому что при запуске она повисает на стартовом экране, и поиграть у меня в нее не получается. Я ее установил, в первый раз она как бы заработала, но когда... следующие разы, второй раз, там, и следующий, она повисает на стартовом экране. Я и потом скачал в другом месте, то же самое все было. Короче, не получится с этой игрой у нас ничего, похоже. Ладно, короче, жизнь толстого спортсмена. Сегодня сосед проснулся в 5 утра с очень хорошим настроением. Он пригласил Ольгу, чтобы она восхищалась тем, как он поднимает тяжелую штангу. Но сам он, конечно, такую штангу не поднимет, поэтому он выпивает зелье силы, обманывая при этом Ольгу. Затем ротвейлер идет к своему новому массажному креслу, дабы отдохнуть. Но чтобы окончательно расслабиться, он берет лейку и идет поливать цветы на балконе. Идеальное утро, что может пойти не так? Спросите это у Вуди. Не бойтесь Ольгу, она ничего с вами не сделает, просто завидует. Мац недавно прокачался, и теперь его гораздо легче разбудить. Да. Припоминаю, этот уровень играли на стриме, но вспоминать точно придется. Значит, появилась вот такая вот комната, в которой вот так вот горит свет. И обыскиваем предметы, собственно. Антенна свернутая сразу уже. Что у нас тут имеется? Здесь много леек, сосед любит их, у него даже в кармане есть лейка, правда без воды. Вот, когда та взорвется, у него будет новая, правда пустая. Окей. Выясним. Тяжелые блины. Очень тяжелые блины, мне не по рукам, да и соседу тоже. Окей. Ой! Спустимся вниз, короче. Таким образом. Химический стол. Хорошая анимация. Молодец, Макс 10. Реально, молодец. Очень постарался над этим модом. И надеюсь, что... полная версия не заставит себя слишком долго ждать. Сейчас он пойдет поливать цветы. Сначала лейку возьмем. Я так полагаю. Ну и какого фига это было?
Кладовка. Кладовка будет потом, видимо. Магические и химические свойства этой кружи позволяют не тратить заряды при применении на пол. А здесь нельзя. Ладно, пока обыскиваем так. А, то есть я с этой двери захожу, он просыпается, с этой нет. Вот в чем прикол у нас получается. Взять эликсир. Так, окей. А, вот, подожди. О, теперь мы их поднимем, да? Да, можем теперь их взять. Закрыт, нужно чем-то разбить. Ага. Придется отвлекать вот таким способом. И вот так. Хорошо. Нам бесконечную кожуру надо несколько раз использовать. Хорошо сработало. Вот это нам надо использовать. Тихо! Стой! Не, туда не надо, пока на... в коридор. Жгучее пиво, он его вообще пьет? Я что-то не увидел это. Не сюда. О, осколки. Может быть, этим надо открыть? По-моему, да. По-моему, этим надо, да. Ну и там ключ от аптечки, я полагаю. Берем осколки, значит, и открываем это. Же золотые осколки, блин, это же классно, красиво. Ну да, ключ от аптечки. Я тут применял кожуру или нет? Не припомню что-то уже. Так, тряпку, наверное, сюда. А, он телевизор услышал. Господи ты, боже мой.
Нитроглицерин. Можно две пакости сделать, а я две и сделал. Не может поднять. Шестая пакость. Неужто в каждой комнате должна лежать таковая кожура? Опа! Хорош! Анимации из консольной версии непосредственно. Поэтому они такие не очень качественные. Давай, давай, пей быстрее, да иди куда-нибудь туда. А, он опять вниз, что ли, пойдет? Ну, господи ты, боже мой. Разноцветная лампа, блин, это ж офигенно. У меня Яндекс лампа есть, тоже разноцветная. Прямо передо мной, кстати, стоит. И сейчас светит в данный момент. Она нужна мне для съемки видео, она на 60% светит мне сюда. Вот и у соседа офигительная лампа есть. Правда, вырви глаз на это немного, мне кажется, не находите. Лейка. Положил лейку, теперь он идет опять сюда. На этих шкурках он, видимо, не поскользнется. Так, ну тут он был уже. А, вот, бухнул пиво. Уровень уже можно закончить, но... Во-первых, вот тут банан остался еще. А, он не будет уже поливать. А, он не будет поливать, потому что лейка взорвалась. Ладно, давайте завершим уровень так. Куда деваться? Все равно минимальный рейтинг набрали. Хорошо. Хэллоуинская ночь. Наш сосед очень боится Хэллоуина, но именно в эту ночь у него вырубили электричество. Но это ладно, сосед просто не может уснуть, у него бессонница сегодня. Сосед решает искупаться в ванной, ложе в мамину сумку ключ, но без электричества можно обойтись, выпив зелье ночного видения. Так он и решает попробовать собрать свой старый велосипед, а на Матса напал город, и он хочет сырого мяса. Хэллоуин – идеальный праздник для развлечений с соседом, думает Вуди. Пока сосед в ванне, можно обойти его на цыпочках. Один предмет, который не поможет вам в пакостях, но поможет вам для удобства. Есть таковой, я так полагаю. Так, замок открываем. Запер, причем дверь, причем какого-то фига снаружи. О, Гарри, есть, ничего себе. Ох, да Гарри. Здесь ничего нету. Запертый ящик. Здорово, Гарри, как ты попал сюда? Меня сосед оставил здесь, помоги мне, а я помогу тебе. Принеси разные вещи, а я тебе кое-что дам взамен. Ну, хорошо, на фотоаппарат. Нет? На этот. Пепси-колу набери. О, хорош. Бухай. Слишком сложные замки, шпилька не взломать.
И это тоже не подходит. Какой же... О, новая комната здесь же, да. А может быть вот этот холодильник? Не подходит. Тоже. В темноте. Играем в полной. Но мы... справляемся. Может быть в этот? Во, вот этот подходит. Красно-серый ключ. Ключ, приснившийся разрабу во сне, а ведь у снов не всегда есть логика. Я не понял, я что-то не могу понять, что изображено на этом ключе. Но я полагаю, какой-нибудь замок. Наверное, вот этот. Скорее всего, этот красный я... Ой, он сюда идет. Там лежит. Я уже не успею туда. Я бы мог туда зайти. Спереть. Можно сфоткать соседа. А. Руками лучше чем-нибудь приманить. А, с сырком. Рисует на стенах. Подождите, а в этой комнате мы что можем добыть? Нижняя полка. Не, ничего нету, жаль. Этот лифт ведет на самый высокий этаж. Сейчас лифт вышел из строя, мне в него не зайти. Этот лифт ведет в подземелье. Еще большее подземелье есть у соседа. Интересно, что дальше будет. Увидел надпись. Короче. Ой. Он подниматься 500 лет сюда будет. У нас полно времени. Мы уже спрятались под кровать. Он только на первом этаже был. Здесь ничего больше нет. Так что мы в полном порядке. Так можно крысу приманить, я так полагаю.
А, подождите. А я вспомнил, кажется, на химический стол. А, нет разве? По-моему, на химический стол надо крысу. Что, нет разве? Супер скользкое мыло. Нет? Мне казалось, что нужно было крысу. Так, я помню, что надо сделать. Без... На цепочках можно, сказал он. Подсказки. Понятно. Пока сосед в ванной, можно обойти его на цыпочках. Нет, слушайте, я это, наверное, попробую, когда он это... Пока я еще ничего не сделаю. Вообще, я могу сам зелье-то это выпить или нет? Придется ждать, пока он снова сюда придет, потому что... Зелье как-то... Вот почему зелье самому выпить нельзя? Или подождите, или может оно в сумке лежит? Я помню, что в сумке что-то именно лежит, но вот что именно, не припомню. Или может в холодильнике оно лежит. Ключ от него где-то найти надо. Короче, сидим в шкафу и ждем. Я не вижу других вариантов. Пока что. Сейчас он пойдет пса кормить еще. Теперь он за зельем пойдет. Сосед, можно быстрее? Я уже заколебался ждать. Дам подсказку. В ванну надо идти. Давай. Попробуем еще раз. Холодильника, может, вот сейчас сработало, почему-то тогда не сработало.
О, хорошо, вот теперь гораздо лучше все стало. Теперь-то все видно хорошо. Супер скользкое мыло, можно в любом месте его применить. Что я, собственно, и сделал. Ой, а я забыл дать шпильку же этому. Ой, Пепси. Гарри. Нужно исправиться и сделать это немедленно. Так, шпилька под тот замок. По-моему, надо камеры соседа сфотографировать, но рискованно это дело очень. Не уверен, что успею. Он сам просыпается. Я полагаю, ключ и холодильник с зельем это не обязательно, но с ним будет легче все-таки уровень пройти. Так понимаю. Хорошо, что поднимается долго на этаж. У нас было время, чтобы спрятаться под кровать. Так бы мы точно бы проиграли. Тихо! Ну, вот, вот только так можно было его спорить. Ну, что я мог тут сделать, а? Ой, господи, еще раз. Последний раз я, наверное, не буду проводить ту пакость. Потому что, ну, это... трындец какой-то. Поскольку мне придется взламывать дверь шпилькой, у меня нет возможности сразу изначально украсть ключ. Мне придется, к сожалению, применять вот это дело сначала. В аптечке что-то было? По-моему, было, да. Фу, блин. Сложный все-таки мост, даже на легком режиме.
Почему его нельзя сфотографировать, когда он не вытирается еще? Почему? Пусть будет можно. Автор услышь меня и сделает. А то так сложно очень сделать пакет. Идет в подвал, а мы украдем. Я уже даже не помню, что там лежит. А, мышеловка. Пустая. Предупреждение даже. Но я не знал про него. На мясо нельзя его применить. Это. Давай, открывай. Окей. На стену. Нижней полки нету ничего, к сожалению. По-моему, я реально помню, что крыса должна быть на этом столе. У Матса аллергия на крыс. Или в легком, или это только в сложном режиме. Ну-ка, давайте проверим. Так. А. Так, ну получается в сложном режиме, только надо ее в химическом столе применить. Так. И то сделал. Так, отлично, другое дело. Инструкция по сбору различных транспортных средств. Вот это я еще не обыскал. Я не буду, короче, его фоткать. Это очень рискованно. Хрен успеешь. Что еще остается? По-моему, больше ничего не остается. Остается пакость здесь.
здесь. И вот эти две. Получается 4. 6. Ну да, одна пакость — это фотоаппарат, которую я делать не хочу, это рискованно. Дожидаемся выполнения пакостей остальных. И заканчиваем на этом серию. Я больше не могу уже, если честно. И чесаться начал очень. Ждем оставшиеся две пакости и ждать повторно, чтобы его сфоткать, я не буду. Неохота мне это уже делать. То есть он оделся, а потом вернулся обратно. Оделся, чтобы покричать, потом вернулся назад. Да, к сожалению, не удалось. Не, знаете что, давайте... Раз уж... Я в любом случае, если сейчас выйду, я проиграю. Я попробую... Я подожду еще немного и попробую его сфоткать. Вот только... я полагаю, наверное, в книгу надо запихнуть фотографию. Пока он тут ходит, я открою, короче, интернет и на всякий случай посмотрю, как это лучше всего сделать. Правильнее. Пусть он пока ходит, а я сейчас... Проверю. Как это правильнее всего сделать? К велосипеду ходит. Так, вот снимок. Так, идет возвращать книгу. И удирает уже без цыпочек. Окей, хорошо, понял, попробуем. В любом случае, либо пан, либо пропал. Если я это не сделаю, я в любом случае проиграю. А так я либо проиграю, либо пройду уровень. Одну из двух. В любом случае. Так что мне выгодно будет это сейчас сделать. Но аллергия у Маца проходит быстро, зато он больше не чешется так.
Можно было бы, правда, для того, чтобы было посмешнее, сделать какой-нибудь ему звук, типа... Как собаки чихают. Как-то нашей собаке Лиде в деревне дали пивко попробовать. Это вообще ржач был. Как она чихала от него. Я это сделал. Да мне нужно было сфотографировать занавеску. Странно, зачем занавеску сфотографировать? Если можно и без соседа было бы тогда сфотографировать. Не понимаю я этого прикола. Так, он идет уже брать книгу. Сейчас он ее возьмет и прочтет. Все, отлично, прошли уровень, отлично. Тоже на галочку на эту. Так, на этом, пожалуй, закончим. Так, ну эти серии... Вот это вот только серия имеется с третьего сезона. А так, тут еще две какие-то. И вот эти, и здесь еще чего-то не хватает. Короче, на сегодня закончим. Это я не буду пока проходить. Сегодня про 20 минут целых дается на него, офигеть. Короче, на сегодня закончим. В следующей серии продолжим остальные два уровня. А в дальнейшем будем ждать уже полную версию выхода этого мода. Неизвестно, когда она будет. Спасибо за просмотр. С вас Игус, подписывайтесь. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой блоговый канал. Субтитры ВКонтакте. И всем пока.